Ну и в завершении выпуска. Совсем скоро главный весенний праздник – 8 марта. В преддверии Международного женского дня наш корреспондент Анна Троян задала люберчанам непростую задачку. Как жители города с ней справились, узнаете прямо сейчас. Чего хочет женщина? Этим вопросом хотя бы раз в жизни интересовался каждый мужчина. И действительно, представительницы прекрасного пола любят намекать, недоговаривать. Именно поэтому сегодня мы поинтересуемся у них напрямую, чтобы узнать, насколько близки в своих догадках мужчины. Чего хотят женщины? Внимание, заботы, еще чего, любви. Тюльпанов побольше. Да бог их знает. Наверное, искренней любви. Чтобы ребенок был здоров и все счастливы. Счастье. Любви. А как им это дать? Как это дать? Это сложно. Ну, мне кажется, любви достаточно. Знаки внимания, наверное, даже маленькие. Хоть чуть-чуть. Накачанных парней, не знаю, спортивных. Чтобы их любили и на руках носили. А как этого добиться? Усилиями титаническими. О любви, счастье, душевного равновесия. Успехов в работе, в семье. Побольше денег, возможно. Мне кажется, все в твоих руках. Смотря какая женщина, смотря какие запросы. Господи, что, денег побольше? Что женщина может хотеть? Для меня главное – это внимание. Ну и любовь, естественно. Их никто не может понять. Это невозможно узнать, чего она хочет. Она сама не знает, чего она хочет. Поздравляем всех дам с прекрасным праздником 8 марта. Здоровья детям. Любящих мужчин что очень можно пожелать. Чтобы они оставались всегда счастливыми, красивыми и радовали нас, мужчин, своей красотой и нежностью. Поздравляю вас с 8 марта, желаю вам любви, ласки, счастья, здоровья, всего самого хорошего. Уважаемые женщины, с 8 марта, любви вам, тепла, мужской заботы. Прежде всего здоровья, красоты, благополучия и хороших вам мужчин. Все элементарное просто, мужчины. Теперь только стоит прислушаться к вашим женщинам. Ну а мы, коллектив ЛРТ, присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем побольше улыбок в этот прекрасный солнечный день. Анна Троян, Никита Скраган, специально для рубрики «Свободный микрофон». Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.